Сьогодні у нас в студії депутат Черкаської міської ради Араїк Микартичан, Арай Крафікович, раді вас бачити. Доброго дня на крайній сесії міської ради. Вона була досить така емоційна, і ви зробили гучну заяву. Вийшли на трибуну, що у вас проходять обшуки. Це пов'язано з вашим бізнесом. Чи можете розказати вже деталі? Чи є якісь результати, якщо це завершено, або ж якщо ні, ні, це тільки начало. Они забрали, дуже культурно подошли, удивительно. Первый раз так, что дуже культурно. Они пришли обыском, но так такого они не сделали, потому что они попросили документы. Я говорю, пожалуйста. Они не ждали, что я возьму документы, отдам. Перейти, пожалуйста. И что? Ничего? Я говорю, ничего. Будем обшукать везде. Там ты обшукайте. Они в квартиру не попали, дома никого не было. Пожалуйста, мне дверь поломали. Зачем ломать дверь, если дома никого нет? Не... Вам выломали дверь? Нет, нет, не, не? Не. нет. Они говорят, если не откроете, поломаем. Я говорю, зачем поломать, сейчас пойдут, откроют. Пошли, открыли, подавились. Ну, дуже культурно. Ну, вот. Так это, знаете, что власть сам создает проблему. И потом решаешь ты. В чем проблема Орехов, да? Э, Давитесь, открыта граница, как открыто было при всех э, президентах и при всех этих сам. И сейчас точно так же открыто. Черная идея, все хорошо, заниживает цену, в документах пишут заниженные цены. И, да их никто не трогает, потому что и валюта не поступает в страну. А идешь же ты базар. Возьмем, хочешь документально купить, да? А бабушка тебе не даст, потому что за ведро ореха его субсидия решат. Но здесь кроме тебя стоит человек, который черным путем идет. Ему все равно, документы не надо. Они там деньги даст, там можно и сам сочиняет. Ну, это государственный масштаб, понимаете? Это не то, что возьмем Одесский там можно или Ужгородский. Это масштаб Украины. Там замешаны практически все. Я помню все первые лица или вторые, или очень много людей оборудование купили, хотели орехом заниматься, потому что было время, что за одну машину давали 15 тысяч хабара, доллара, что машина прошла. Чем это закончилось? Орех тогда хорошо продавался. Все начались саженцы, орехи, да? Орех сейчас больше стало. Орех сейчас уже никому не нужен. И плюс помощь э, правоохранных убито все. Не дают просто работать, видите, сукать на одно место приключения. За год заходило, возьмем на мои счета, 8-10 миллионов. 6 миллионов. Когда, когда? За год ничего не зашло благодаря им. И почитали где-то за два года 46 миллионов ущерб. Чему орех сейчас не можем продать, потому что мы дорогой ценой купили. Орех сегодня на базаре 6-7 гривен. 6-7 гривен. Бабушка уже, который привезет базар, сам дорога дороже ему обходится, чем то орех стоит. Тому, что там надо дать, там надо дать, там да. Если ты даешь, ты должен зарубить тоже. от кого выйдет? Того же бабушки снимают. Колись, я помню, Юлия Владимировна кричала, вот надо поднять на вагоны цены, там Ахметов, там та-та-та-та-та-та, народ, ура! Никто не понял, это уголь, получают те же люди, которые ура кричали. Цена вагона поднялась, она цена угля подняла, И те товары, которые возили. А когда поняли, уже поздно было. Вот таким образом они ударение делают бизнес, да, вот сейчас. Продадим аукцион земли, все, все. За... Конечно, в итоге страдает конечный покупатель. Тому, что, блин, завтра говорит, вот мой ребенок не может купить. Ну ладно, богатый купит. Таких, как я, купит. А что делать бедным? У нас 90-95% э -э бедных. Средний уровень. Мы таким образом, вроде мы такое сделали, да? Ну, бизнес, он свое, свою, наценку поставит. Если он наметив 10%, он по-любому поставит. 20-20 поставит. У них Сколько хотите поднимите, он свою наценку поставит. Кто страдает, конечно, в итоге? Покупатель. Кто у нас покупатель? Простой народ. Мы просто дурим, богато кто не понимает. Ну поднимите, хорошо. Подняли налоги, кто страдает? Народ. На хлеб, на всю. Все остальное. Электричество поднялся. Народ страдает. Ничего не меняется электричестве или газотрубы. Ничего нового не идет. Все счет бизнеса, вот идея электричества потяни, все за свой счет потом сам же передаешь им. А что вы поднимаете цены? На счет чего вы поднимаете? За счет чего? Вы ничего нового не строили. Сегодня новую постройку, чтобы построить, чтобы потянуть туда электричество, у них потужности нет. Ничего нового не строят, все строят бизнес. они деньги пиляют. И так везде. Подход надо государственный, понимаешь? Одни обещания, и ничего не, дальше не идет. А народ верит, то критику верит, понимаете? Ну и так и живем. Я так разумеется, это тема для вас каждого року. Каждого року они сейчас вынесут мозги, да. Я не знаю, я даже не буду идти. Я пойду через суд до конца. Хай. Ребята, я багато чого знаю, я розкажу багато чого. Ну, пожалуйста, я не пішов нічого ради Бога. Просто не можу личного сказати, потому що очень культурно подошли. Совесть не дозволяє провірять. На тій же сесії ви заявили про створення нового міжфракційного об'єднання, до якого війшла ваша фракція Слуги народу. і Можна так сказати, жіноче крило голосу. В нас в студії Катерина Холопняк заявила, що це була їхня ініціатива. Вони підійшли вас, ви підтримали. Чому підтримали? Це буде. Візьміть, Катерина Холопняк є головою депутатської комісії освіти. Так. Шанкарьова. У нього свій чесний садік школи, постійно освітянин. Надію Івашкова. досвященный юрист, и во всем это понимает. И очень приятно, что мы пришли к целом, что усилится свету. Такой освета, как сейчас есть, не надо, я сейчас возьму освета э, э, слуга, да? Хай идут спрашивают. Дуже много изменений в освете. Дуже. Еще изменится, потому что надо несколько диктаторов еще убрать. Которые думают, что у них Крылья выросли, сейчас надо это крылья просто убрать. Директор Юшкин. Да, да. И садиков тоже потихоньку подходим. Дуже важко, потому что заросли. Ну, и И тогда дуже добрый будет все остальное, понимаете. Жаль, что время мало будет. Ну, ничего. Я думаю, что Да-да, А так, а свита, понимаете, я сейчас буду хвалить. Вы бачите, сколько изменений есть. Сколько. Все, все начальство, э, начиная с заступника местной головы, они э, посты на школах. Посты, на, такого не было никогда. Никогда. Хай, ну, вы спросите, у вас есть журналисты, отправьте туда, в каждую школу. Угу. Хай скажут. Есть изменения? Да. Если, если сказать, что это 12 баллов системе, 12 – нет. Ну, все реально можна поставити там дуже трудно, дуже важко. Але що, що зробиш? Йдемо далі. Все буде добре. Зараз можна так сказати, в повітрі активно почала циркулювати тема виборів. Навіть президент України Володимир Зеленський вже декілька разів коментував з приводу можливості, за яких умов можливі в Україні, якій зараз війна, вибори. Як ви взагалі ставитеся до проведення виборів під час війни? Но, дивитесь, какие выборы? Если говорят, что выборы должны быть, то объявите. Объявить нет, а может. А когда говоришь, а может, вы все активизируйтесь. Когда уже начинают на меня писать, бот и все, уже понимаешь, что вот это скоро в выборах видно будет, с кем ты борешься. Во время войны, какие выборы? Как они выборы будут? Я, я не знаю. Я не готовлюсь, я постоянно народом. Хай думает тот, кто хочет одной критикой пройти депутаты. Ну, ничего не робит. Дидайтесь, кто-то, что то робит нормально. На пальцах можно почитать, сколько человек робит. Так что, ну я не знаю. Вряд ли она выборы будет. Ну, загалом у вас е, негативне ставлення до. Негатив в тому, що если буде, скажіть, що буде. Якщо не буде, то скажіть, не буде. Чому вот это? Все бежат друг друга, це Чому? Ми воюємо чи виборами? Якщо вибори, то скажіть, вибори і все. Ну, я не думаю, що вибори. Президент сказав, можливо. Завтра депутати візьмуть і поголосують. Що ти зробиш? У нас же президентська парламентська. Возьмуть рішу, ти що, що це зробить? Та ну, так що, государство і государство. Ну, загалом в міській раді так само відчувається, Та раді певна активість. За все думають, що стали, все хочуть на критики виїхати, понимаєте? Що не зроби, все одно знайдеться то, хто скаже, що це плохо. Вот открой стол, одним картошка понравится, третьему нет. Третий станет и скажет, что значит картошка твоя плохая. Но всем остальным понравится. Дав деньги этим, этим не дав, эти будут сказать, что зачем там. Да, есть моменты, которые неправильные назначения в военное время, но работа идет. Кому асфальт не нравится, то кому техніка не нравится, кому школа не нравится. Що зробиш? Ніколи не прийде общем Ніколи. Я третий раз депутат. Такого не было, что мини сволочами не были. Мы все одно поганы. Если не одних, то других. Всегда так было. И будет дальше. И придет следующий, точно так же будет на їхні голову. Ничего не поменяется. Умовно закінчується. Війна, ми перемагаємо, оголошуються вибори. Ви для себе розглядали можливість балотування ще раз до да. міської ради? До міської ради, чи можливо десь? Ні, до міської ради. Хоч зараз гадальчики гадають, куди ж я пойду, Верховний чи що я буду. Я хочу йти депутати. Місцевої нашу... ради. Місцевої ради, так. Поки що, е какої партії, ясно, що слуга. Якщо слуга не відкачаться від от мене, ви я думаю, не відмовитеся від слуги? Ні, ну в даний момент є такий момент, що вони мені, у нас все нормально. Удивительно, але но все нормально. Ну, так, з то, сторони, Ті ідеї, ідеали, з якими ви йшли, вони досі співпадають з то, партійними. Я, знаєте, що депутати міських рад, це не депутати Верховної Ради, що можна поміняти життя всіх цих ми не можемо влягати на пенсії, на зарплати, ну, міські ради, так. Да. А далі ні. Это міський... міської можемо десь ще щось робити. І того дуже важко. Важко. Треба имети, як подойти. Це політика. Надо иметь політикою займатися. Я завтра стану буду критикувати. І чим закінчиться? Ніч. Ну, до слова вам закидало, що. Слуга народу, це ж не перша політична сила, в якій ви були. Чому змінювалися погляди? Чому переходили з однієї Дивіться, політичної сили? в іншу? Я ні одну партію не зайшов. Спочатку я був партійний партийний списку. Я завжди на ефірах вже говорив, що пройшов 27. Звісно, ми досі закончилися. Одна чоловіка партії осталася. Когда я говорил, что делаете неправильно, а распадается э, фракция, никого не чул. Юлия Владимировна только хорошо говорит, ха извиняет, она, конечно, боевая женщина, но никто нас ни раз не чув. Когда приходили, нас три раза выгнали из партии. За что? Когда Нами Кировав губский, он был областным этим самым, и что мы делаем, народу не нравится, а виноваты депутаты. Нас заставляют это делать, потому что вы зарубили. Три раза и приходят три-четыре депутата, задаешь вопрос, за что? Я же молчать не буду, за что? Они стоят, сами не знают за что. Выгнали, приняли, выгнали, приняли. Понимаете? Ну, цирк. И дальше как идти с ними? Если партия, набрав 27 человек, из 27 остался один человек. Кому вопрос надо задать? Руководителю. Вин не руководитель. Если слуга сейчас 8 человек, э, мы добавили, что освитой 11, у нас не разделилось. Попытки были. Но сейчас слуга есть один из крепких миской э, радик, который остоял. И дам дали все вместе. Не развалился, ничего. Вы думаете, попытки не были? Были, и сейчас идут попытки. Дырково. Да, ну, это политика, это естественная вещь. Нельзя. Ну, ты должен всегда на... На Кай, А я же. З приводу так само на сесії знову були суперечки з приводу виділення субвенції військовим. Ви наполягали на тому, що треба безпосередньо коштами виділяти, а вже військові частини самі е, закуплять техніку. Обґрунтуйте, будь ласка, оскільки у вас були, скажімо, опоненти в цьому питанні, які казали, що треба закупити умовно ті ж дрони і передати. Дивіться. This... как можно сказать, есть військовые частины, которые знают свои потребы. Дайте список, что вы хотите. На эту сумму мы вас выделим. Вы сами купите. И чтобы завтра не обвинили ни депутатов, ни э, руководства города и все остальное. Когда купляешь, начинаешь раздавать, опять получается кто-то хороший. Вот вин выдает. Друзья, знаете, это дает жители Черкас, которые платили налоги. Военные, которые платили местской бюджет ПДФО. Это не ваше личное, что я захотел дать Петру, отдам Петру. У нас так и происходит. Каждый с кем дружит, бежит. Вот, вот мне, я вам пример привезу. Мне позвонил, мой сосед. Не хочу фамилию дать. Вот сейчас такое дело. Помогите получить 5 миллионов. Я ж мог стать пиариться. Сказать, что я все Я говорю, сделай так. Пиши на имя мэра. Каждый голов фракции, каждый депутатскую группу. И мы тебя видели. Каждую. И при этом я не стал. Ни разу не кричав, как другие. Или там. Вот я. Нет. Каждому они отправили письмо и это деньги прошли 5 миллионов. Так должны рубиться, понимаете? И пошли они, они сами знают, что купят, что им нужнее. Мы хотим навязать то, что... Зачем? Купи, потом скажут, что вот Мерия купила дороже, они свою интерес. Это скажут. А военных и купляют, знают, как они это делают. Я считаю, так правильнее было бы. Но ну, здесь же есть еще военные руководители, я часто еду туда. Но в одном месте все есть, в другом комбаты, начальство. Э, некоторых их надо выгнать. Просто выгнать. Они не думают за своих солдат. Когда чуешь, что они говорят, ну прикро. Каждый раз едет вот это блокпосты. Ни сжодного раза нас машины вот так открыли-закрыли. Но мозги иногда так выносят. Вот этот раз мы поехали, по-моему, перед Краматорском останавливают. Краматорск. где раз. Да безразлично, было пустух. Ставьте машине, идите туда. Ставлю, идем. Милиция сидит, девочка, второй военный, милиционер, девочка, то военный. Паспорта, натя паспорта. Начали фотографировать. Второго, дайте ваш телефон проверим телефон, может оно ворованное. Стоим груженными машинами, они нас проверяют на воровство телефона. А что в машине? Никому не интересно. Вот, пользуясь тем, что сказать, товарищи, наведите порядок. Человек приехал 600 километров, машина груженная, что мавиками, тепловизорами, овощи, фрукты и все остальное. Вы наши паспорта проверяете? Хорошо. А телефон что, ворован или нет? Значит, мы воровали телефон, воровали продукты и приехали до вас. Нонсенс. Накралы для веселых. Да. Запорожскую сторону, например, не пускать. Чего не пускать? А вы не взяли разрешение заесть э, Орехово туда. Я говорю, тут заезжать. Все это... Нет, там надо в каком-то базаре. Я говорю, а это где-то написано. Нет, идите назад. Я говорю, ребята, мы вот перед вами. Проверяйте. Сейчас выгрузу здесь поеду. Ну ладно, этот раз давайте пустим. А в следующий раз нет. Если боевая зона, мы заезжаем. То чего мои машины не проверять? Может, внизу, блин, гранаты. Никто туда не полез. Ни жодного раза нас не проверяли, так что ты думаешь, ладно, ты заезжаешь в боевую зону, да? А тебе просто тупик ставит. А машин-то их ты -то трогает. Открыли, закрыли. Все, вот так. Даже не смотрят, что там дальше может быть. Может, диверсионная группа? Нет. Как поставить тупик, что что-то ты им дав? Или ты открываешь, скажи, мы здесь стоим, дай нам воду, или это самое. Мы же люди все. Ні, треба грубіти, треба хаміти, і так ти кожен раз їдеш. Ви, до речі, нещодавно отримали ще одну нагороду за оборону України. Ви вважаєте, що це визнання вашої роботи, зокрема волонтерському? Кожному чоловіку дуже приємно, коли тебе відмічають. Цена огорода, мне очень приятно, приятно, ну, как сказать, признают, да. Но там по-разному написали, заслужили, не заслужили, за что им дали. Друзья, с первого дня войны, я и такая небольшая команда в стране не остались. Я помню, школы возили, садики возили. Начали Чернигов ехать. Чернигов, мы сколько раз Черниги, Бучи были, все. Километр от границы. Два километра от границы мы были. Что вы говорите? А вы сидите дома, мало того, что ничего не делаете, ни рубля не тройте, але надо писать гадость. Сколько помог... Я и своя команда. Что, богато, бачите, такой помощи? И сам седаю за руль, еду э, сейчас туда же. Сам. Что туда, что назад. Я даже руль не доверяю. И сижу за бусы, за руль еду. И пишут опять. Они не заслужили, они такие. А за что им? Я хотел бы сказать руководство всех уровней, знаете что, людей надо замечать, людей надо поощрять, даже те ты все, не только своим отдать, надо и чужие, и богато есть, что этого не имеет. И это прикро, когда своим дают, чужим не дают. Дуже прикро. До слова про критику, так само вам закидали з приводу вашої, можна сказати, такої щонедільної роздачі молока та інших продуктів в різних мікрорайонах міста Черкаси. Е, ну, кажуть, що це піар. Що можете на це відповісти? Ух, а чого нині робить такий піар? Я цим займаюся 90-го року іже місячно. Масштабом більше, масштабом менше. Піар в чому? Когда началась война, с первого дня начали молоко стать. Пиар чем было? Мы знали, что завтра будет, или мы знаем, что завтра будет дальше, что завтра будет. Мы сегодня знаем, не. Ну, это иначе не с сволота, который готовится уже на выборе. Один из вариантов, как быть макарчана, потому что рейтинг сумасшедший. По-другому я не могу сказать сволота. И это сволота, под выборы мне будет бить, но очень редко, что их не фамилия будет видно. В основном боты будут писать. Вот то гадость, что пишут люди добрые. Вы зайдите, это страниц их нет. Это сволота, которая называется друзья. Это сволота, который чиновник бывший или нынешний, который ты мешаешь им. Вы все зарубляете. Чего вы не тратите? Тратите на людей деньги. Чего? Здесь тратят деньги, и все равно то не такое. Молоко это не копейки. Это богато-богато. Мы совместно сеем с ними. У нас свои отношения. Люди дают бесплатно молоко. Раздаем. крупы раздаем. Что не так? Я это деньги, которые сейчас трачу, мог купить не один район. Переведите на деньги. Вы продавались, богато кто. За 400, за 500 гривен за местные выборы. Продавали, сами себе продавали. И депутаты, которые сейчас сидят, которые на своих э, адресах переписали кучу своих близких, вы читаете это правильно. И эти же люди сегодня говорят о вас. А как вы пришли туда? Как вы депутаты стали? Никто не задумался. Каким образом вы стали депутаты? Или кого вы выбрали? Кого вы обсуждаете? Я не могу поменять Арисполком. Я не могу что-то так делать и стать оппозиционером. И, и все. Выбрали народ, который из каждого свое смотрение. Люди жизни ничего не сделали, они стали депутатом. То, на вашу думку, ще ж продовжується та тенденція, коли е, умовно купують голоси і е, потім люди напитають з тих депутатів, які вони там обрали за дзеркало в ліфті, повішено за якісь там 400-500 гривень. Люди відповідальні Дивіться, за той от вибір? От задать вопрос же людей. Коли будуть вибори, починаються по діздах, зеркалі. песок, а, лавочки, да. лавочки айданчик, да. топ, топ. Если те же депутаты это сделали систематично, да. Дайте голоса, потому что они хоть что-то делают. Но если пришли вас в последний момент, купили, просто купили, то кого, кого вы вините? Что я могу рубить, когда завтра я скажу, голосуйте за этих людей, вот это моя команда, Примеру, да? Я вот так буду говорить, люди добрые, это моя команда, я обещаю вот, вот, вот. Голосуйте за них, я посмотрю, поголосуете или нет. Что знать, с кем идешь в бой, хоть в команде тоже может быть. Здесь брат-брату и Особенно, когда делешь ты дивись, брат-сестрой или брат-братом и э, родителями все. Ну, Но в наших глазах что творится. А здесь заходит, возьмем фракции «Слуги народа». Восемь человек, восемь разных людей. Соединить, слепить тоже важко. но слава Богу. Ну, восемь людей можно умовно проконтролировать, чтобы, скажем так... стороны, да. Если э, дележа сестра с сестрой не может договориться, восьми человек, что ты можешь? Да, можно. Можно, когда Поддержки є, можна, коли сили є, можна, коли можеш. Так, да, може. Слава Богу, у нас фракція пока слава Богу. Хай далі ну, ми Будемо сподіватися, що витримається. І такі про вибори ми вже поговоримо в мирній Україні, а не зараз. І все-таки більше будуть думати про те, як перемогти, а не. Ну, выборы сейчас, Засли... я не знаю, хай будет, хай не будет. Не, я решаю. Но война идет, как объяснят? Объясняют, чему мы во время войны выборы делали, возьмем, местных советов. Ну, навряд ли за суспільство, заразумею. Ну, как? Мы потратим N на миллионов людей, но зайдут те же самые, понимаете? Ну, чуть-чуть поменяется. Что поменяется? Подход должно быть. Подход, пока его нема. Одни слова, которые, я не знаю, я сделаю свою работу, мне абсолютно, что говорят, если раньше более-менее принимал близко сердце, сейчас некоторых, конечно, а там что и прощу, да, знаю, Некоторые пишут там за машины, что мы еще поговорим, что у него машины там, мы еще расскажем. Люди добрые. Я, когда начал на ноги стоять, у меня машины были несколько штук всегда, и сейчас они есть еще больше. У меня официальный доход разрешает купить все. То, что вы пишете три мастер-деса, хоть разберите, что у меня есть. Если пишете, хоть правду пишите. Да, есть у меня машины. Хм. А что они не должны у меня быть? Но при мы мы уже отдали э, наперед около 50 машин. Зараз стоят три машины. Из них двое джипов мы с семьей купили. Стоят, мы завезем скоро их туда. Сейчас покрашут, все остальное сделают. <coughs> на передок. Да? Пиде, да. Знаем кому, знаем как. Мы покажемся. Если вы думаете, что деньги это так просто э, находится, глубоко ошибается, бизнес уже стоит. Нашим подходом властей бизнесу зараз, ну, там война убивает, здесь власть убивает. Хоть здесь э, депутат с власти, никто на это не дивится. Бизнес реально убивается, так такого нет. Я за год получив 200-300 тысяч долларов, и то остатки были, что отправили. Ни жодной машине ореха я не отправлю За полтора года. Уже я не хочу заниматься, надоело. Берите, занимайтесь. Они едут за границей, думают, что там подавили, что орех стоит столько. Дайте 2 рубля больше, или рубль больше, дайте, купите этот орех у меня и все. Здесь старость. Я посмотрю, как вы продадите за границей этот орех. Ага. Говорить можна все. Ми їдемо туди, приходимо сюди. Ну, ребят, разные это самые вещи. Если у мене там в магазині були тисячі штук, так, да, у мене там ничего нету. Так, Крафікович, ми вам дякуємо за вечеркну розмову, дійсно, сьогодні. Ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії депутат Черкаської міської ради Араїк Макартичан. Дякуємо, що були з нами.